Друзья, всех приветствую! Сегодня мы будем в очередной раз испытывать двигатель Дуйнова. Сегодня мы на картодроме. Будем гонять на картинге на двигатель DA90S от нашего партнера Виктора Аристова. Двигатель с совмещенными обмотками Славянка. Все мы их знаем, очень крутые. В общем, уже немного покатался на картинге, расскажу свои эмоции. Если честно, я в шоке. Это у нас получилась достаточно крутая техника. Она гораздо круче бензиновой. Катался на электрических у Тимати в Blackstar. Наши реально лучше. В общем, смотрите видеоролик. Будут кадры, я понимаю, с покатушек, будут комментарии гонщиков. Сам от себя скажу, штука получилась классная, и походу у нас будет коммерческий заказ на нее. Так что оставайтесь с нами, следите за проектом, ставьте лайки. Поехали. Добрый день, друзья. Сегодня я вас приветствую с картодрома компании «Пилот Картинг». Совместно с ними и по их просьбе мы разработали электрический кит для картинга. И вот что у нас получилось. Есть, конечно, небольшие недостатки, которые мы в ближайшее время устраним. Но по большому счету все пилоты, которые сегодня катались, отметили, что среди бензинового картинга равным нашему мотору, конечно же, нет. Я совершенно спокойно знаю, что этот мотор намного мощнее, чем все остальные. Он намного экономичнее. Сейчас наша задача выяснить, сколько проезжает картинг на одном заряде, как работают настройки в плане газ, тормоз, плавно, резко. То есть мы сейчас настраиваем, и у нас катаются профессиональные пилоты. Они делают свои замечания, а мы прям по ходу это устраняем. Может возникнуть вопрос, для чего мы этим всем занимаемся? Расскажу, почему именно картинг? Вы знаете, существует мнение профессионалов, что через 1,5-2 года бензиновый картинг будет закрыт вообще. То есть в Европе его уже вообще закрывают. Это причем происходит на уровне запрет, на уровне нельзя, просто нельзя. А в нашей стране это постепенно сойдет на нет, потому что это не так удобно, как электрический. Это дешевле, это экономичнее, это безопасней. То есть я вам скажу так, электрокартинг будет востребован во всей стране и во всем мире. И чьи двигатели будут лучше, те и будут на них стоять. Я уверен, что лучшими будут наши двигатели. На данный момент мы испытываем электрокарт с асинхронным двигателем, с обмоткой «Славянка». В принципе, на первых тестах машина себя показала очень интересно. Достаточно высокий крутящий момент у этой машины. Хороший выход из поворотов. Тут есть над чем поработать. Но тут в большей степени вопрос к инженерам, которые будут это все дорабатывать, чтобы это было интересно в прокате. И я думаю, что это очень понравится людям, потому что это экологично, что сейчас у нас очень любят. Нету шума, как от бензиновых моторов, нету выхлопа, как от бензиновых моторов, запаха гари, масла и так далее. То есть ты едешь в комфорте, у нее более мягкий разгон у этой машины, достаточно комфортная езда на нем. И нету такого, так скажем, провала, как на бензиновых моторах. На низах у нее провал, надо мотору раскрутиться. Здесь такого нету, благодаря хорошему крутящему моменту. То есть снизу, практически с момента старта, машина очень хорошо ускоряется. И удобно дозировать газом, это тоже является плюсом. Не надо, как на бензине, газ в пол нажал, отпустил. Тут за счет крутящего момента можно показать свое мастерство, нажимая, регулируя прохождение поворотом газа. Но опять же, это для спорта можно регулировать, для проката можно
поспокойнее машину сделать. То есть такие машины очень удобно делать в одном автопарке, делать из них для прокатной машины, и в то же время ты можешь их перенастроить буквально там за несколько секунд либо в программе, либо там специальным переключателем, и эта машина может там отдавать практически всю мощность и ехать, так скажем, на все деньги, что будет интересно спортсменам. То есть таким образом мой картинг-клуб может сэкономить на прокатных и клубных машинах. То есть не надо содержать два автопарка, достаточно содержать там один тип машины, который просто в хорошем состоянии, их использовать и в прокате, и в соревнованиях, просто перенастраивая.